Вот я и говорю, что мутаген непосредственно токсичным нельзя называть. Тогда есть такая мутаген. Это химия, это токсичный, да, по сути. Только нет, мутаген он не токсичный. Ну, то, там просто, ну это химическая опасность. Вот, а он не может быть токсичным, взрывоопасным, значит он мутаген. Ну вот, а я говорю, остается. СТК, короче, это мутаген. Все, СТК? Да, СТК это мутаген. Да, слушаю. Да он, мутагены, они по сути не токсичные, они только на потом... Свобода все забрала, я у них сижу, они почти решили задачу. Что называешь токсичность? Ладно, токсичность это спорить, непосредственно на свой на тот организм. СТК. СТК вы записали, да? Мутаген. СК и ЗК. И вот это кто? СК. Синий квадрат. А, синий квадрат. А у нас есть синий квадрат? Это даже синий круг, ребят. Синий круг. Синий круг, да, пардон. ЗК это зеленый круг. Зеленый круг. А, квадрат. Квадрат, да, я его спутал. Так, значит. Какой злобный ученый. Подожди, круг, взрыв, чтобы веществ не использовать квадрат. То есть у нас остается только синий квадрат, и это у нас будет. Подожди, синий круг. Синий круг. Это взрывчатка, взрыв, да. Веществ, да. Синий круг это взрывчатка. Ошибка. Квадрат, взрывчатка, веществ. А, квадрат. Использовать. Наоборот, а, использовать. Значит, тогда нас, да. Тогда наоборот. Зеленый квадрат это. Да, зеленый квадрат это взрывчатый. Да. А синий круг тогда что? Методом исключения Томас не вышел тут еще. Гамма бета есть, окислители есть. Ну, токсичный. Отлично. Ну давай награду и байкать. Да, молодцы, так. Ребят, завтра утром. Я не знаю, что будет. Будет ли вам поздравление еще? Давайте. Ой, фу ты, построение. Поздравление.